Кучер и ваш любимый канал «Жизнь и бизнес». Я пошутил, конечно, но надеюсь на будущее, что так и будет. Что, сегодня опять пообщаемся с вами. Я на работе, опять трудимся. Сегодня воскресенье, у меня 2 заказа. Настроение так себе, но ничего, поехали, надо как-то подымать. Еще, может быть, даже не проснулся, потому что такой организм, то ли сова, то ли что, как, не знаю, от чего, но первую половину дня я раскачиваюсь, и вторую половину дня я активничаю более продуктивно, потому что, ну, не знаю, как-то так. И ночью тоже активничаю, потому что не могу ни уснуть, ничего. Я уже менял графики свои, все это до жопы. Ну, такой человек, сова, как говорится. Есть жаворонки, есть сова, я сова. Стою на погрузке, вон, что-то я приехал, не готово еще. Сказали, подожди. Ну, подождем, ничего страшного. Расскажу про Озон. Как он меня подставил, в итоге мы заказ отменили. Сделал я заказ 23 мая. Что-то у них с доставкой у Озона всегда, что-то они сказали, что доставят 29-го. 29-го мурыжили, перенесли на 31-е. 31-го также, потом на 2 июня уже. Я написал, я говорю, может быть, мне отменить, перезаказать. Но сейчас, если что, мы отменим. Сейчас разберемся. Я 2 июня посмотрел по товарам. Короче, забронировал себе тот товар, который у меня был. Правда, я хотел такое крепление на голову. Его уже не было в наличии. А сама камера была. Но креплений-то вариантов много. Можно было другое подобрать. А камеру я подобрал и по цене, и по качеству оптимальную, потому что дешевую некачество не хотелось, а дорогую с таким же качеством съемки и с такими же функциями тоже не хотелось. Зачем переплачивать, если вот эта камера довольно, ну, по цене подходит вот этому, что я хочу. Они мурыжили, уже 4 числа я смотрю, уже этой камеры, которую я выбрал, тоже в наличии нет, потому что я ее поставил, закинул в корзину. Оказывается, с корзины они тоже исчезают. И это, то есть, ну, как бы, сам вариант есть, а там надпись, что уже закончились на складе. Я уже подобрал другую камеру, чуть-чуть похуже, то есть качество съемки такое же, там ассортимент, ну, наборка чуть-чуть хуже, ну и цена чуть-чуть меньше. Подобрал эту, они меня мурыжили, я спрашиваю, ну что, вот уже в пятницу. Короче, сначала да-да-да, потом говорят, к вечеру уже, в пятницу к вечеру, что мы вам отменяем заказ, извините, там туда-сюда, вы можете сделать другой заказ. Я захожу в корзину, где я выбрал вторую камеру, и ее уже тоже нет в наличии. Короче, я поискал в этом интернете, ну не в интернете, а в этом, у них поискал в, как она называется, ну на сайте поискал. А уже вообще даже подобных вариантов таких нет. Или дорогие, с такими же качествами, или дешевка, которая, ну, с плохим качеством. Ну, короче, заказал я в Беру, Яндекс.Беру. В пятницу заказал вечером. Сегодня воскресенье, сегодня должна быть доставка. Посмотрим, как Яндекс работает. Стоимость одинаковая. Я не хочу сказать, что Озон плохой, они одинаковые. Но факт в том, что, блин, операторы бы работали как-то по-человечески. Я бы еще там кого-то там 31 числа или когда отменил заказ, заказал бы у них второй, ну пускай привезли бы там какого-то там 3-го, 5-го, без разницы, 6-го. Ну и в этом дело было бы и закончено. Я загрузился,
выезжаю. Короче, я в прошлых видео говорил, что я сломался. Сломался по вине автосервиса, потому что я менял ремни, которые идут на вентилятор и на ГУР. Я сказал тогда ГРМ, но тогда в попыхах что-то неправильно выразился. ГУР, то есть гидроусилитель руля. И это было в пятницу, в обед я сломался, но у меня был второй заказ, я там данные дал. В субботу с утра самого был заказ, я тоже данные дал. Ну, как-то менять там, отказывать, как бы некрасиво было бы. Можно хотя бы было, но как-то это не особо приветствуется, понимаете, как бы, ну, со стороны клиента. И пришлось вот вторую в пятницу отъездить без ГУРа. А что такое езда без ГУРа? Это вы понимаете, что когда машина идет сразу без ГУРа, там как-то шестеренки, ну, сделано, что оно более, ну, легче крутится. Крутится руль, имеется в виду, чтобы крутить рулем, поворачивать. А те машины, которые идут с ГУРом, там как-то шестеренки очень мелкие. И поворачивается не то, что тяжело, а писец как тяжело. У меня аж за полдня руки вот так болели, потому что надо вот так силой было крутить, блин. Когда на скорости едешь, еще более-менее легче. А когда медленно или стоишь, это ну, просто писец. Ну, короче, это. Они, когда меняли мне в прошлый раз в сервисе ремни, я вот вчера ставил, там надо отпустить задний болт, чтобы его одеть ремень, и потом надо обратно затянуть. Ну, получается, они отпустили задний болт, отпустили эти регулировочные болты, ну и одели ремень, затянули регулировочные, выставили и затянули регулировочные болты, а за задний болт забылись. И со временем я ездил, и болтик потихонечку выкрутился и потерялся. И, короче, соответственно, у меня потерялся болт. Начало бить рулем, ну, еще чуть проехал, надо было доехать, потерялся вообще ремень, потому что гидроусилитель вот так гулял. И, короче, все, я 2 дня ездил без этого. Вчера я сделал, поставил, я вам скажу, большего, ну, человеку, я понял, для счастья особо мало что нужно. То есть я такой довольный и счастливый, что едешь как руль как перышко, блин. Ну, короче, для счастья человеку много не нужно. Ну, короче, говорю, счастливый как слон, блин, езжу, блин, аж хочется работать, когда это. Мне еще надо купить колеса, не знаю. Думаю, то есть, или двое купить, или купить 4. Может, на лето купить 2, а на зиму еще 2. Ну, короче, резина подходит. 2 еще, ну, у меня 6 колес, 2 еще нормально. Вот. Сейчас, короче, еду в Озон. Я там был, еще посмотрите. Покажу, постараюсь показать более полноценную съемку, чтобы как товар сдавать в Озон. Так, загружу, откачу, выдохну, попробую это. Сделать поэтому. Ну, правда, говорю, что мне камеру так и не привезли, вот это, что я в начале видео сказал. Я хотел для этих целей, но в будущем еще будет. Так что покажу, если что это. Тут тоже заправка у нас. Мне нравится вот эта заправка. Смотрите, они очень хорошая тема. Это я расскажу вам. Хочу сделать ролик более полноценный про эту заправку. Ну и хочу вообще сделать несколько роликов, посоветовать, что я как вот разобрался. Я скажу, что я последних, наверное, 1.5 года езжу на бензине. Как-то посчитал, что это вот таким образом, которым я поступаю, получается одинаково по стоимости, чем ездить на газу. У меня, правда, на машине стоит газоустановка. Она подломалась чуть-чуть. Там, может, фильтраж, там надо, короче, периодически делать. Но проблема в том, что
Я купил машину с заводской установкой, то есть газ стоял с завода, то есть заводская установка. А какие-то у них проблемы, я не знаю, уже сколько. У меня этой машине уже 4 года. А эти же машины Next выпустились еще раньше, может быть, их 6 лет назад выпустили, может быть, даже больше. Я точно не помню, когда она вышла на рынок, Газель Next. И до сих пор у них нету... Проблема, короче, у них такая вот какая-то по программам, как по запчастям, то есть нет программ. Не нет запчастей, а нет программ по запчастям и по газу тоже, соответственно. Но по газу даже хуже, по запчастям проще, потому что тут почти 95%, если не 99%, подходят от тех газелей. Я прихожу в магазин, они начинают мне тормозить, вот даже вчера был, покупал, начинают тормозить, вот что-то программы такой нет, это туда-сюда, я говорю, зачем вам программа, дайте мне то-то от Газели бизнес, и все, они мне дают, я ставлю, оно подходит в один, ну, такая вот хрень, все подходит, так что по поводу этого можно не переживать, просто на новую нету программы, программа она, все, ссылайтесь, все, пусть смотрят по Газели бизнес и все вы найдете. Так, мы поехали дальше. Так что надо лететь, потому что у меня еще второй заказ. Я не знаю, подтвердили или не подтвердили, потому что что-то нету пока сообщения. Сейчас позвоню, уточню. Потому что он не точный. А это еще со вчерашнего дня был точный заказ. А тут сказали, что сегодня подтвердят. Там, если подтвердят, поедем на какую-то выставку. Я не знаю, что за выставка, но как раз и посмотрим. Приехал я в Озон, вот, пандус сзади, там надо на палеты вот эти коробочки сложить, а вот внутри, там стойки, туда приехать и просто сдать товар. Сейчас будем загружать, документы забыл взять. Ну, как бы, ничего сложного, приезжаешь. Самое главное, это оформить все в интернет, через интернет все, что правильно, чтобы они приняли. Потому что если что-то будет оформлено неправильно, они просто расскажут в приемке, даже смотреть не будут. Если приехал, получается просто так.
поняли, я выехал уже, сдался. Подтвердили мне заказ, кстати, на тот второй, на 15.00. Ну, сейчас час, у меня еще 2 часа есть в запасе. Позвонили с Яндекса, беру, короче, сказали, ну, это еще когда я приехал на выгрузку, сказали, что через час будет, я где-то там полчаса, и сейчас мне полчаса туда ехать, как раз, думаю, примерно получится, а потом заберу и покажу, что они мне доставили, короче, погнали дальше, покажем распаковку, наконец-то дождусь, блин, я реально ждал, блин. С 23-го заказал, как бы хотелось, конечно, побыстрее, но с 23-го, это я через Озон, не через Яндекс, через Озон, с 23-го ждал вот эту покупку, которую хотел купить, а сегодня уже 7 июня, то есть прошло, блин, 8 и, ну, грубо говоря, 7 и 7, 7, блин, 14 дней, 2 недели жду, так что так, ну, надеюсь, сейчас получу, и она будет все нормально, без брака, без всяких приключений, потому что уже побаиваюсь. Сейчас еще видели на видео перед этим. Дождик начался, что погода, блин, подиспортилась опять. И, блин, кто-то там парень с девушкой на мотоцикле, блин. Атаскивает, наверное, сейчас на мотоцикле. Херачит. Ну ладно, все, погнали дальше. Короче, ребят, пришла коробочка, где она, вот, видите, Яндекс беру, сейчас заеду в гараж, выкину коробки, и поеду на заказ, который на 15.00 у меня. Поправил. Короче, я поеду на заказ, который на 15.00. Блин, еще осталось 30 минут. И там будем распаковывать то, что мне прислали. Блин, руль крутится. Охренеть, я уже забыл, что это за дела. Короче, и там будем заниматься распаковкой. Покажу, что мне там. А так, летим в гараж на заказ. И все. И там будем пробовать, смотреть. Ладно, давайте поехали. Так, ребят, закинул я в гараж. Это побегал, чуть потел. Закинул в гараж с коробочки, там еще 2 палета на всякий случай кинул. Потому что у меня бывают такие моменты, что люди просят там, заказывают машину, говорят, у вас нету там одного или двух там палетов, обычно там 1-2, там, может быть 3, конечно, но я 2 кинул пока. А типа палетов, потому что это, там товар сложить и как бы нету палетов. И, блин. Потом где-то бегаешь, ищешь и так далее. Кинул в гараж 2 палетика, пусть лежит. Не нужно там выбросим. Или, может быть, сдадим, потом будут хорошие времена, сдадим в это. Ну, в приемку там тоже принимают нормально по 100 рублей, по 200. Так что каких-то рублей 200-300, блин, можно получить за эти палеты. И еще нашел в гараже, я что-то думал, что у меня они есть, маски уже валяются, не знаю сколько, коробочка такая уже со временем похерилась, но тут зато вот в упаковочке, блин, не знаю сколько штук тут, или это целая коробка, ну вроде как целая, блин, больше, блин, какой-то ненормальный, блин, с этими выхлопными, дебилы, аж шуганул, блин, ну короче,
Вот, 50 масок, кстати, 50 масок, блядь, в гараже лежит, как раз сейчас нужно, и не надо тратить будет деньги, блядь, 50 масок, как-никак, почем они сейчас вообще, блядь, ну рублей, даже, грубо говоря, по 20 считать, по 20 рублей, 50 масок, 1000 рублей, просто в гараже валяется 1000 рублей. У меня в гараже, на самом деле, не только это валяется, гараж там не хотел показывать, стыдно, как-то надо перебрать, а еще я хочу проект запускать, там будет все нужно для проекта. У меня там в гараже всяких, там стройматериал, мебель и так далее. То есть дофига, полный гараж забит. И я прикидывал, у меня только мебели. Одна кровать и две тумбочки такие крутые. А кровать стоит 2500 евро, а тумбочки стоят по 1000 евро. То есть только кровать и две тумбочки на 4500 евро, если брать в магазине, конечно, если брать Виталий, итальянская, кстати. Если брать Виталий, там, наверное, дешевле. Но тут вот у нас магазин, я приди в магазин, и то под спецзаказ, потому что приди, покупай, тебе оттуда привезут. 4500 евро кровати, две тумбочки. А у меня там, ну не знаю, я думаю, на тысяч на 10, на 15 тысяч там евро. Ну, даже не, ну, евро это так, ну, тысяч на 10 долларов у меня там есть товара, которого можно продать. Правда, я не продам вот за 4500 вот эту кровать и три тумбочки. Можно и то на любителя найти кого-то, чтобы продать хотя бы за 2000 евро. Так вот, ну, говорю, что... Если никто, если честно, некогда заниматься. У меня там до хрена чего есть, можно на Авито потихонечку и сталкивать. То есть, как бы, проблем с этим нет. Я что говорю, хочу купить землю, переехать в частный дом, там организовать бизнес свой, плюс чтобы и мастерская была, и то, и все, чтобы можно было, четкое место было, главное место, потому что места нету, тут в Москве нет места, мне даже за машиной ухаживать некогда, помыть надо куда-то, на мойку специально гонять, тут не все мойки могут меня принять, не то, что не все, тут единицы где-то мойки могут меня принять, потому что я высокий, не захожу никуда. Ну, короче, куча всяких проблем. А дома можно там, в частном доме, имею в виду, кёрхер там, подключил трубу сам себе, чух-чух, хоть каждый день мой, блин, и так далее. Никуда не надо ездить, где-то в очередях стоять и так далее. А просто приехал домой, включил быстренько, обдул ее и все. А так она постоянно грязная, блин, за это, потому что помыл, блин, 2-3 дня, и она опять грязная. Ездить мыть, например, каждые 5 минут, не будешь каждый день. А дома можно и хоть каждый день. То есть такие дела. Ну, короче, едем, ладно. Едем мы на погрузку. Не знаю, сколько осталось, я в навигатор не вбивал. Но уже через 7 минут мне нужно было быть там. Но я, наверное, чуть опоздаю. Ну, опоздаю, наверное, может, на минут на 5, наверное, может, максимум на 10. Ну, на 5. Ладно. Сейчас приедем, пока мы будем ждать там, сделаем распаковочку, что мне прислали из Яндекса. Я уже 2 недели жду этот товар, но тут не Яндекс виноват, а Озон, я в этом предыдущих видео объяснял. Яндекс быстро, я в пятницу заказал, вот в воскресенье уже она у меня. Значит, это вы молодцы. Так, ребята, делаем распаковочку посылочки, которая мне пришла.
Интересно. Люблю скрывать посылки. Вы как? Напишите в комментариях. Такое интересное занятие, как по мне. О. Так, это я купил крепление на голову, видите, на голову. Или как так, вот так лучше видно. На голову, то есть можно на шлем, можно просто на голову, но я позже, позже покажу. Покажу. Вот такое крепление. Протестируем, проверим. Купил вот эту палку-выручалку. Блин, салатовую. Я черную выбирал. Дали салатовую. Ну, хер с ним, ничего страшного. Такую вот палку купил. Купил. У меня нету. И купил вот это пакеты позаворачивали. Вот, смотрите, такая вот красавица. Такая вот красавица. Камера еще с таким навесиком. Не знаю, для чего она. Тоже мы сейчас распакуем ее и посмотрим. И посмотрим. Видите? X-Drive. Драйв, ну, не то что-то сказал. USB 7G HD Ultra 170 градусов, 30 кадров в секунду снимает, качество нормальное. Тут камера, сама камера от Sony стоит. Ну, как бы тема такая, говорю, недорого стоит. 4К съемка, видите, Wi-Fi. Есть приложение к этому. Где штрих-код? Вот штрих-кода вот есть. Можно скачать приложение Apple Store, Google Play. И, ну и, короче, можно сказать, скачать. Вот такая вот камера купил. Я ее ждал 2 недели. Итак, давайте распаковывать. Так заклеили. Итак, давайте распаковывать. О, видите, она вот так вот открывается. Вот так открывается. А как эту достать? О. Вот, она тут уже прикреплена. Непонятно зачем. Вот. Ладно, сейчас покажу вам, что тут есть. Ремешки. Это винт, пульт, можно дистанционно, что это такое, так, это батарейка, это пустой пакетик, очень важная вещь, так, это крепление, это как на окно, крепление на окно, это крепление самой камеры. Тут она в этом водяном боксе, водяной бокс идет. Можно нырять с ней, она нырять. А это просто без него, то есть вставляется куда-то на штатив и поехали. Дальше, это зарядка.
Зарядка без USB, то есть USB можно в любое место втыкать. Это тоже крепление на скотче. Это крепление еще куда-то. Видите, можно так подвязывать, крепить. Дальше. Это еще какие-то крепления. Тоже куда-то можно крепить, придумывать. Это дополнительное стекло вот сюда. То есть сюда идет дополнительное стекло. Тряпочка вытирать. Наверное, экран. Чтобы не пальцами не царапать. Это крепление на руль. Так, это еще куда-то ремешки. Тут можно еще какие-то есть ремешки. Не знаю, какой именно. На запястье. Так, это с лягушкой. Видите, такое крепление можно куда-то сюда камеру. И это куда-то фиксировать ее. Ну, я думаю, пригодится. Это еще одно крепление. Так, сам кабель USB. Розетка была там. Это еще какое-то крепление. Ну, крепление, почему я выбрал? Потому что вот креплений нужных, хороших и с ремешками много. Это еще крепление. Это скотч двухсторонний с тросиком, чтобы не потерять, наверное, можно фиксировать. Эти стяжки пластиковые тоже. Не знаю, для чего эти стяжки, но может для чего-то и нужны. И вот сама инструкция. Инструкция, кстати, на русском языке. Есть русский язык. Управление экшн-камерой, вот отлично вообще. Есть русский язык. С этим понятно. Будем разбираться. Так, улетело. Улетело. А, я знаю, для чего этот пакетик. Только где он? Сложу без пакетика. А пакетик можно положить аккумулятор. И, смотрите, даже у меня не входит, как у них входило. Итак, сама камера. Еще никогда не снимал. Но как снимается этот бокс? Видите, тут кнопка через бок, тут кнопка через бок, тут две кнопки через бокс включается. В принципе, интересно, я даже не знал. То есть можно в воде раз включили, выключили. То есть это... Бля, как оно снимается. Так, смотрите, оно закрыто, кнопочку сюда поднимаете и открыто. А, теперь понял, кнопочку сюда, одеваете сюда и защелкиваете. Когда это, понимаете, не вот эту штуку она держит, а вот эту, вот, она открывается. Смотрим саму камеру. Сама камера, смотрите, меньше, чем мой палец. Ее можно куда угодно, даже в руке, вот так вот. Звук вот сюда, звук тут сразу, говорю, херовый звук. Не очень хороший.
все говорили. Но вроде я пробовал, снимал. Так, более-менее терпимо, по-моему. Не знаю, как бы это. Вот. Такая вот камера. Ладно, собираем обратно. Я на самом деле доволен покупкой. Пока еще не тестировал. Но я думаю, все будет в порядке. Но надо протестировать вдруг, чтобы она какая-то была не бракованная. На этом складываем. Ну что, ребята, покупкой меня доволен. Сейчас уже заканчивают грузить меня. Я перееду на выгрузку. И пока они там будут выгружать, будем вскрывать еще ремешок, селфи-палку. Я хочу примерить камеру, как она вообще будет сидеть у меня на голове. Вот мне вот это больше всего интересует. Так что не переключайтесь, не уходите, а смотрим дальше. Вот, ребята, вот этот ремешок, который я приобрел. Сейчас откроем. Порвалась бумажка. Вот такой чехольчик. Тут сразу, там не видно было, сразу такое крепление. Так одевается. Регулировка себе, если давит. Сидит плотно вообще, хорошо сидит. Что-то пластмасску. Ну, нормально. Ну, вот так вот как-то раз. Раз, я думаю, должно получиться оригинально. Сейчас еще купил такую телескопку для съемок. Дали салатовый цвет, блядь. Вот, блядь, демоны. Демоны. Капец. Салатовый цвет. Молодцы, блин. Ну, если что, можно черным скотчем намотать, и будет сила. Ну, это еще обычно будет показать при Союзе, да? Советский Союз подарили американцам. Война за них, понимали? Нет, просто я думал, они тут особо никого не пускают, да? Не, ну как? Ну, это их территория, у них там вот торговый центр, у них гостиница вот эта. Ну, там работают они, охранники у них не сам. Вьетнамцы, да? Нет, не вьетнамцы. А, обычно? Нет, естественно. Ну, тут уже, короче, получилось. Ну, они как бы в аренду сдают. Уже в перемешку все. Да, да. А-а-а. Ну, раньше, по-моему, да, здесь мало кто въезжал лично. Я знаю, что сюда, ну, правда, я давно про него не слышал. А то раньше что-то там, ну, там жестко было, серьезно. Да, да. Но вы прямо в этом здании, да? Или... Ну, рядом там торговый центр. Это гостиница вот эта, мне говорят, а рядом. Это гостиница. Торговый центр там 3 или 4. Хорошо на первом, тут там и на втором лифт сколько ждали. Ну, да, да. Нам в основном вот лифт, сколько там, часа полтора мы из-за лифта потеряли. Фур, мебель привезли, вот они грузились, мы в промежутке вот. Ага. А то так вот, час, часа полтора брать. И вот этот первый. Думаю, сейчас сколько, пол восьмого, восемь. 9, может быть 9, да. 9 где-то. 9, да, скорее всего. Все, пока приедем, припаркуемся уже. Так, вот сюда, прям. Прям сюда сразу. Я
я тут, кстати, вообще ни разу не был. Вот был везде, где только не было, тут даже не знаю, это а вот тот торговый центр, да? Ну вот сейчас, да, вот сейчас налево, вокруг вот письма шел. Ага. За этим зданием направо и я тоже ни разу не был, это тоже первый раз. Но здесь раньше, да, по-моему, здесь шлагбаумы постоянно были. Да, не шлагбаумы тут никогда не пускали никого. И даже оттуда, там шлагбаум был. Да, да. То есть сюда вот. Ну вот, видать, теперь все это. Ограничения сняли. Потому что я говорю, я везде, то ли где только не был. А тут первый раз вообще. Тут в основном говорят, ну, насколько я слышал, тогда еще жили эти крупные, не крупные, а вот такие политические, там война же была. А-а-а. Кто там уже не мог сюда бежать, да, ну, здесь сюда. Общежитие, они как бы как семейные они жили. С семьей перевозили, жили здесь. Там не только с Вьетнама. Ну, вот вообще с Юго-Восточной Азии, политические. Да, политические, да? Да. Он приехал, наверное, снимает новенький какой-то. Показывает, вот откуда кассе какой. Ну да, да, типа там. Так, нам прямо, да? Нет, сюда направо. А, сюда. Сюда направо, да. До конца здания. Тут как свой городок такой, да, небольшой. Да, но здесь оживлённенько так. Ну, сейчас же карантин, после карантина, думаю, будет, народу будет много. Не, ну если сюда свободный въезд, тогда да. Если... Ну да, они сняли вообще тут. Нет. Я говорю, раньше аж там стояла шлагбаум. Там и будка какая-то вроде стояла. Ну, раньше вот этого торгового центра-то и не было. Вот это, да? Ну, вроде бы, да. Я тут не был. Был то ли деловой, то ли... Бизнес-центр, что-то такое, только не торговый он был, как назывался? Деловой центр. А туда? Часть? Нет, вот, блядь, поставил, блядь. Ну там не красная, да? Да, да, прям рядом с красной нужно, блядь, место и обои вот поставить. Желательно, да. Вот сейчас рядом, там есть место, видишь? Нет, сейчас... место-то есть, просто нам, наверное, будет удобно или неудобно. Ну сейчас как-то влезу туда. Да, прям вплотную. Посмотри у них, блядь. Ну, я говорю. Тут они, наверное, говорю, раньше какие-то реально обряды все вот это проводили. Смотрите. Да. Итак, ребят, короче, простоял я на погрузке с 3 до 19:20, то есть 4,5 часа практически. Загрузили. Сейчас переехал сюда, сейчас уже около 8 часов. Ехал там 10 километров, блин, минут 10-15 всего. И сейчас начинают выгружать. Думаю, где-то к 9 только закончат. У меня 6 часов заказ растянулся. С этих 6 минут только 10 минут езды. Все остальные 6 часов, можно сказать, грубо, я стоял, то есть простое. Но время у нас идет, у нас минималка 4 часа, плюс 2 часа переработки. То есть получается 2750, 4 часа работы, плюс... 1100, ну, 550 рублей в час, 1100, получается 3850, ну, 4000. И с первого заказа я заработал 4 или сколько там, не помню. Получается где-то 1008. Примерно сегодня в воскресенье заработал. Так, это раз. Второе, короче, пока сижу, жду. Потому что я что-то там не стал снимать, ну, собирать, потому что думал, скоро они закончат. И только что-то ждал, они как-то не заканчивали. Знал бы, может, лучше бы поспал, блин, если реально. Так, ну я сейчас хочу собрать полностью вот эту свою конструкцию. Так, откручиваем, чтобы не разъебывать эти гнезда. И... накручиваем фотоаппарат. Так, а что за хуй? Так, короче, так вот оно выставляется, регулируется. Вот, видите? А этим надо прижать его сюда. Я хотел его включить, посмотреть, как он работает вообще.
Ну, батарейка полностью севшая. Полностью севшая. У меня, правда, есть зарядка. Зарядка даже покажу. Так, вот смотрите, если вот так вот одеваю. И вот так вот. Нормально, да? Как скажете? Так, идешь себе вроде под дурочкой. Дурочка так чуть-чуть. А все снимает. Зарядка есть, сейчас покажу. Что-то, ну, сейчас включать. Я ее тем более включаю, когда машина работает. Не хочу давать это нагрузочное. Давать, когда тоже заводите, ой, заводите, качаете колеса электрическим насосом, когда что-то делаете такими, не просто там прикуриватель или зарядка для телефона, а такие какие-то вещи там, что-то. Вы лучше на заведенном двигателе эти делайте, потому что, ну, так нельзя, можно там, ну, короче, происходят нехорошие вещи. Так, смотрите, вот такую штуку себе купил. Ну, купил уже очень давно, я ее купил, видите, я ее купил, блин, наверное, в 2012 году, это когда я первый сайт свой создал, когда у меня в 2011 в конце я создал первый сайт по перевозкам, когда я решил делать, там, почти 10 лет, получается, 11, бизнес строить, там, сайт и так далее. И мне надо было учиться его редактировать. А я все время тоже так вот, я уже сколько лет на таких газелях, там, не на именно на этой, на других ездил. Не просто сидел в офисе, там, печатал себе, а ездил. И когда вот, вот так вот, как сейчас, меня грузят, выгружают, я вот эту штуку, вот она вставляется в прикуриватель, я вот эту штуку в прикуриватель, она 300, модель 300, я вам скажу, вход 12, выход 220, плюс-минус 5,5 и 50 Гц на 600 Вт. 600 ватт, короче, выдает 220. Ну, короче, и вот, и тут два входа, видите, вытащу. Один вход для USB кабеля можно, а второй вход на розетку, обычная вилка для вилки. И вот все включаешь, лампочка загорелась, включаешь, лампочка тухнет. То есть она может стоять в зарядке, я как вот включил зарядку, куда-то приехал, на кнопочку щелк, машину заглушил, сделал дела, выехал куда-то далеко, еду, хоп, и все. То есть ноутбук, там все дела, вот такая вот штука. Она у меня уже, ну, 8 лет где-то примерно. И вот USB кабель, короче. Ну, от коптера кабель. Ну, короче, у меня тут все в перемешку. Ну, хорошая штука, я вам скажу. Мне она нравится. Я что-то жалею. Ну, правда, 8 лет прошло. Жалею тогда. Тогда и денег не было вообще ничего. Там было, она вроде средняя. А была слабенькая, помню, если не ошибаюсь, помню, было на 150 как-то, на 300 и на 600. Я взял как-то, на, ну, маркировка 150, 300 и 600. Я взял на 300 среднюю, жалею или что, но заряжает нормально, короче. Ну, ноутбук, короче, включаешь себе, и ноутбук херачит хоть сутками, заряжается. И вот, и как бы можно было взять на 600. Но это 8 лет назад было, уже жалеть, что было 8 лет назад. Самое главное, оцените мою камеру. Скажите, сила, да? Вот так раз, и похуй, и пошел, блядь. Будут претензии, я работаю, видите, водителем работаю, все это. Что-то будет, что вы снимаете, я скажу. Я работаю, мне по отчетности, потому что куча всяких недопониманий получается, потом выяснение, груз, не груз, там правильно загрузили, неправильно, ну, короче, всякая хрень. Так что я вот все снимаю на камеру, и все, и будьте живы, здоровы. Если все нормально, типа, я удалю, а я делаю это как бы, и, как бы для вас, для, и для своего канала, для вас, чтобы мы видели, знали. Так я могу и записывать другие эти видео более так заходить. Буду заходить везде. Правда, так вот общаешься с человеком, я еще не знаю, как она вот
интересно светится, вот так вот, когда работает. То есть вот тут сверху надо еще научиться. Вот, кнопочка, наверное, вот так, хлоп, включил, но она сейчас севшая. Или вот это, ну, или вот это включил и вы, наверное, не знаю точно, это или вот сверху. Ну, неважно, кепочку можно поднять, раз включил и чук, поехал. То есть, все, что хочешь, можно подзаснять. Вот так вот. Правда, вот это разбег, вот этот, видите, от крепления до этого, я что-то не посмотрел и не знал по поводу этих ремешков, он идет с этим. Правда, я посмотрю, тут что-то у них тоже есть. Можно, в принципе, вот эту пластик снять, а что-то сюда другой, там такой, как чук, защелк. Я посмотрю, кстати, может, чтобы вот это не было, она такая высокая, можно сделать ее, ну, чтобы камера была вот на уровне бровей. Или ремешок вот так вот хотя бы приподнимать, чтобы оно не так сильно кидалось в глаза. Но это я посмотрю уже, как бы это. Ну так вот, не знаю, мне так вроде как в тему, и она так крепко сидит. А, подожди, крепко сидит. Что-то уже разбалтывается. Какая-то... Во. Вот так крепко сидит. Ну и, блин, не знаю, я, наверное, это, если там есть, конечно. Если нет, то значит нету, ничего страшного. Ну, вроде как темка такая прикольная. На самом деле. Или он сшит полностью, или что тут. Ну, короче, буду разбираться там. Ну, как вы считаете? Ставьте лайк. Ладно, сегодня мы отработали. Сейчас я вам еще сниму тут такие некие достопримечательности по концовке. Немножко покажу вьетнамской культуры. То есть вот как бы так вот, что у них там заведено и так далее. И на этом будем прощаться. Всем хорошего отдыха, который уже прошел субботу, воскресенье. Ну и хороших рабочих дней. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Спасибо за просмотр. Удачи, здоровья и всего хорошего. Thank you.